Йоу, всем доброе утро, меня зовут Антон Картон, я райдер магазина Став. Сейчас 8:30 утра, и мы приехали в бетонную Одесскую плазу проверить ее, покататься и показать вам, что тут есть. Скейт-парк находится в Одессе, в парке Шевченко, это почти центр, он находится в 2 минутах от моря, то есть вы можете покататься, если вы устали, пойти почилить на пляжике. По территории всего скейт-парка постелен идеальный бетон, то есть кататься здесь очень комфортно и удобно. Вот первая интересная фигура в этом парке – это бетонная пирамида. Она находится прямо посередине плазы. Эта бетонная плаза относительно молодая, ей всего 3 года, но это место является самым лучшим скейт-парком в Украине. Сейчас мы находимся в стрит-секции. Эта секция идеально подходит для новичков. Здесь есть маленькие граньки, перилы, мануал-пэды, даже маленькие ступеньки. Поэтому давайте затестим, посмотрим, что тут есть. Также очень круто, что в этой плазе есть ступеньки, и ступеньки разной длины и высоты, начиная от самых маленьких, где вы можете учиться свои первые трюки или флипы, вообще что угодно. Потом переходить на средний уровень, и заключительно это семерка с идеальным подъездом и уездом, где можно оттачивать свое мастерство, и потом спокойно чувствовать себя на стритовых ступеньках. Сейчас мы переместились во вторую секцию скейт-парка. Здесь находятся более высокие фигуры, которые уже подходят для ребят с определенным уровнем. Но здесь также очень крутые перилы, грани, пул-джемы. Здесь можно оттачивать свое мастерство после начального уровня. Ну что, парни, затестили мы бетонную плазу в Одессе. Я очень доволен, мне здесь очень нравится и круто кататься. Конечно, есть свои минусы, но он всего лишь один, это очень много людей. Поэтому, чтобы комфортно покататься, поснимать трюком, нужно приходить утром, как мы сегодня, или вечером. Покрытие в плазе идеальное, то есть все трюки летят, все грани, все перилы скользят. Особо больше здесь добавить нечего, но я думаю, скейт-парк номер один в Украине о чем-то тогда говорит. Поэтому пригоняйте в Одессу, катайтесь в этой плазе, развивайтесь. А я говорю спасибо чувакам из магазина Став за то, что поддерживают и дают возможность снимать эти ролики. Обязательно в комментах пишите, какой спот нам чекнуть следующий. Возможно, мы приедем именно в ваш город. Всем спасибо и удачи!